Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у меня обзор на канале вот этой вот прекрасной пряжи. Наконец-то я буду вязать хоть пару вещей хорошей пряжи, с шерстью, с хорошим сложением, чему я несказанно рада и делюсь с вами. Спасибо магазину Бобин за предоставление вот этой вот пряжи. Вот такие вот, вот эту кучку я у них заказала. Сейчас я вам пройдусь по всем. На сайте на самом деле очень большой, огроменный просто выбор пряжи. У меня разбежались глаза. Но раз уж у меня появилась такая возможность связать хорошие вещи с хороших ниток, я заказала вот как бы три вот комплекта по 500 граммов. Три вида пряжи для трех изделий. Три изделия, это у меня будет как бы каждой пряжи одно изделие. Это не будет ни шапочки, ни шарфики. То есть я хочу сделать три конкретных хороших изделия из хорошей пряжи и наслаждаться потом этой вещью. Так, первое, вот это вот. Вот это мне все я читала. Пехорка. Эта фирма, я о ней видела в интернете, я о ней читала, я завидовала, когда смотрела. Какой у вас, девчонки, выбор пряжи всякой. Вот, наконец-то, я держу ее в руках. Вот, вот это у меня 40% шерсть. Подождите, ангорская теплая. Вот, я заказала ее на свитерок дочки. Я буду вязать вот сейчас вот. Вот этот вот свитерок я буду вязать. Давно уже у нас не было совместника, поэтому предлагаю вам присоединиться к этому процессу. Буду доченьке вязать этот свитерок. Буду вязать в 2 или в 3 сложения. Еще пока я не решила. Пряжа очень-очень мягкая и приятная на ощупь. Соответственно, сложение, состав 40% шерсть, 60% пан объемный. Не знаю, что это, честно скажу, не знаю. 480 метров в 100 граммах, ну, соответственно, плюс-минус 28 метров. То есть достаточно тонкая пряжа, теплая, мягкая, вот такая вот пряжечка. Сейчас у меня просто эйфория и восторг от нее. Когда будем вязать, еще дополнительно вам скажу свои ощущения от нее, именно в процессе вязания. Пока у меня вызывает только восторг эта пряжа. Так, это будет первый свитерок для моей доченьки. Далее, вот такая вот толстая пряжа, плотная, 100 метров в 100 граммах, 50% шерсть и 50% акрил. Все пряжи я заказывала, и как бы главный критерий у меня был, чтобы был максимальный процент как бы натурального сырья, потому что я соскучилась, и руки мои соскучились за хорошими нитками, за шерстью и за изделиями из хороших качеств. Здесь у меня тоже 500 граммов, понятное дело, пряжечка тут плотная, толстенькая, 100 метров в 100 граммах, соответственно, буду вязать жилет. Тоже теплый жилет, вот по такому принципу, что-то из этого, не конкретно, вот именно что-то из таких жилетов. Еще я подумаю, это, конечно, не будет совместное вязание, здесь уж совместно вязать нечего, это будет мастер-класс из этих ниточек, поэтому в процессе вязания потом еще дополню как бы по качеству, по виду в работе, по работе и как бы по внешнему виду именно в изделии, как выглядят эти ниточки, будет уже в видео мастер-классе. Так, и третий вид пряжечки, это у нас Alize Angora Gold, вот такой вот цвет. Этот цвет я заказала для себя, вот этот свитер будет для доченьки, этот будет для меня, и хочу связать вот такой вот свитер. Под лосины или под узкие джинсики на зиму, тоже здесь шерсть, тоже очень мягкая. Я думаю, вы знакомы с этой пряжей, это я не знакома, я очень много теряю, живя за границей, девчонки, поэтому белой завистью вам завидую. Здесь у нас в составе
80% акрил и 20% шерсть. Вот такая вот пряжа, сказать, 100 граммов, 550 метров, очень тоненькая. Вот, тоже буду связать минимально в два сложения. Я думаю, все-таки в два сложения я буду этот свитер вязать. Всего у меня 500 граммов. Думаю, при такой длине однозначно на этот свитерок хватит. Вот, очень мягкая, очень приятная. Дополнительный, опять же, свое мнение я скажу уже, когда буду делать изделия об этой пряже. Пока на данном этапе я довольна. Наконец-то у меня будут пару вещей из хороших ниток, а не из акрила, что для меня, я же говорю, большая, очень большая удача. Вот, еще хочу сказать об этих ниточках. Еще у меня есть идея вот такой вот свитерочек. Я еще пока думаю, то ли такой свитерок, то ли жилет связать. Вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как думаете, что лучше связать. То ли этот свитерочек, то ли жилет. Вот, здесь у меня все ясно. Это будет свитер дочке, это будет свитер мне. И оба будут, я вам предлагаю, совместники по вязанию этих свитерочков. И плюс я еще вам сейчас расскажу о выгодных предложениях, которые предлагает этот сайт Bobbin. Вот. Поэтому досмотреть видео до конца. Вот так вот, девчонки, выглядит этот сайт, на котором я заказала. Большие очень скидки. Здесь очень много категорий. Здесь не только пряжа. Здесь вышивание, вязание, шитье, бисер, галантерея, авторские схемы, мозаика. Ну, в общем, будет наш промокод, по которому будет скидка. Обязательно используйте. Доставка не только по России, а также есть международная доставка, что тоже очень классно, девчонки. Далее оплата возврата, это, я думаю, вы разберетесь. Отзывы почитайте, помощь, наш блог. В блоге тоже интересные статьи. Вот, почитайте. И что самое интересное, что я вам хочу показать на этом сайте, это клуб друзей. Самое интересное для вас и для нас, это клуб друзей, девчонки. То, что я вам хотела показать. В клубе друзей вы можете пригласить своих знакомых и получите процент от сделки. Как воспользоваться этой программой, вы все прочитаете, посмотрите. Ничего сложного абсолютно нету. Внизу будет под видео моя реферальная ссылочка. Вы себе сделаете свою ссылку. Вот, в зависимости от суммы заказа, видите, вы получите какой-то 100, 200, 300 рублей подарочек на этот счет. Притом получает и покупатель, и человек, который оставил эту реферальную ссылку. Смотрите, девчонки, вот эти денежки потом поступают на ваш счет, и вы их можете использовать либо на покупку, либо перевести их как бы на карту, обналичить. Девчонки, плюс еще используйте обязательно промокод на скидочку. И плюс еще, девчонки, я вот смотрю, у них постоянно какие-то скидки. Каждый раз у них новые какие-то акции, скидки хорошие, цены приемлемые, выбор огромный и доставка очень быстрая. Мне в Чехию оно за 10 дней посылка уже пришла. Я ожидала, что это будет где-то месяц. Вот, смотрите, все виды пряжи. И я довольна, я могу начать работать. Поэтому вам предлагаю заказывать нитки и присоединяться к нашему совместнику. Вот, и будем вязать на зиму теплые, красивые свитера вместе. Вот быстренько, прямо сейчас давайте будем начинать. Потому что зима близится. И нам нужно тепло, красиво одеться. На этом я заканчиваю. Пишите ваше мнение по поводу совместников. Вот, и присоединяйтесь, заказывайте ниточки, присоединяйтесь, будем вязать свитерочки теплые. На этом все. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь и жду вас на совместнике. Всем пока-пока!